Между тем, в Молдове подсчитывают убытки из-за непогоды. За сутки спасатели получили 124 обращения с просьбой помочь в ликвидации стихии. Больше всего помощь понадобилась в Кишиневе, Кагульском, Криулянском, Бессарабском районах и в Гагаузии. Помимо того, что улицы превратились в реки, пришлось откачивать воду из подвалов жилых домов, убирать упавшие деревья и вызволять людей из водной западни. А на столичной улице Крянга после сильных ливней с шоссе в некоторых местах сошел новый слой асфальта. Столичные власти заявили, что ремонт на ней еще не завершен. Подробности последствий стихии в нашем следующем репортаже. Столица в результате мощного ливня, несколько улиц оказались полностью в воде. Больше всего не повезло Альбишуаре, которая превратилась в озеро. Десятки автомобилей затопило, в некоторых случаях вода доходила до лобового стекла. Здесь же застряла машина скорой помощи. Бригада медиков везла в ней беременную. В итоге прибывшим на место спасателям удалось эвакуировать пациентку в безопасное место. Под мостом у цирка в воде застряла маршрутка с 20 пассажирами. И в этом случае понадобилась помощь спасателей. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как затопило салон, а некоторые, находившиеся внутри, даже взобрались на сиденье. Несладко пришлось и тем, кого ливень застал на улице. Некоторым добираться до места назначения пришлось буквально вплавь. А на Матиевича прямо из канализационного люка била сильная струя воды. Кадрами поделился депутат Дмитрий Алайба, который не преминул сиронизировать. Парик при Марии Кишинева инсталат он хавуз ноу-ноуц. Ну, кермари, кам кто машина на налцеме. Оскаузези, а ну, мити амбутеяжи, дар... Ну, пас зишки и урит. Истол де фрумос, аша. Май смарт-сити, ворба же. Один изобретательнее другого в ерунде. Так отреагировала в Фейсбуке советница мэра столицы по связям с общественностью Наталья Иксарь. Она подчеркнула, что некоторым хорошо, когда в Кишиневе плохо, ссылаясь на депутатов-пасовцев. Всего лишь в столице к ликвидации последствий мощного ливня были привлечены 24 бригады спасателей пожарных. Помимо помощи водителям и пассажирам, сотрудникам ГИЧС пришлось также откачивать воду с нескольких улиц. Помощь спасателей понадобилась и в Криулянах, где порыв ветра было повалено несколько деревьев. До разгула стихии в столице сильный ливень прошел и в Камрате. Там затопило улицы, движение на дорогах оказалось затруднено. Также из-за непогоды было задержано несколько авиарейсов.